Рада вас приветствовать. Итак, начинаем наш эфир, посвященный теме детокса. Пока все собираются, я тех, кто уже пришел, прошу, напишите, пожалуйста, в комментариях, напишите в чате, что привело вас на этот прямой эфир. Что вас интересует в теме детокса? Почему вы здесь? Что вы знаете о детоксе? Что вы хотите еще узнать? Почему это так вас волнует? Напишите, пожалуйста. Пока вы пишете, я расскажу о том, что сегодня я хочу вам поведать, собственно, на этом вебинаре. То есть дать краткий план того, что здесь будет озвучено сегодня. Итак, во-первых, я объясню вам, что такое настоящий детокс. Во-вторых, расскажу, какое я имею отношение к детоксу, почему я о нем говорю так много. В-третьих, расскажу, как вообще проходят курсы детокса, с чего они начинались и до какой степени развития они сейчас дошли, эти мои курсы. Расскажу, что люди получают на курсах детокса, с чем они приходят и с чем остаются. Почему доступ на мой курс детокса и чат поддержки работают бессрочно. Также вы узнаете, почему я не беру деньги в свой карман за этот курс, за обучение на курсе. Ну и расскажу о том выгодном предложении, которое я сегодня анонсировала, и о том, в чем, собственно, суть вот той самой экономии, которую я заявила, что она не то чтобы даже в два раза, она и в три, и в четыре раза будет больше. Вот это я вам эту тайну раскрою, почему так. Итак, что такое настоящий детокс? Детокс – это слово переводится как вывод токсинов или по-другому детоксикация. Токсины – это яды. Соответственно, детокс – это вывод ядов из тела, из нашего тела. Сразу возникает вопрос, откуда в теле берутся яды. Яды в теле накапливаются с течением жизни из самых разных причин, из самых разных источников. Назову некоторые причины образования, скопления, накопления ядов в организме. Это лекарства, которые мы принимаем в течение жизни, начиная с самого детства. Это плохой воздух. Не все живут в чистой деревне, да, многие очень живут в загрязненных мегаполисах. Это некачественная вода. Это токсичное информационное пространство вокруг нас, потому что общение с токсичными людьми и получение токсичной информации прямым образом воздействует на нашу нервную систему. А поскольку все системы в нашем организме взаимосвязаны, то мы получаем повреждения не только на уровне нервной системы, не только на уровне эмоций, но и на уровне наших всех других систем. То есть прямые физиологические последствия. Но самое главное – самая главная причина, о которой даже не все догадываются, что именно она является причиной самого большего количества токсинов в теле, и в том числе шлаков, это питание. Современные люди очень много думают о полноценном питании, о сбалансированном питании, о богатом, да, обогащенном различными питательными веществами. Но при этом почти никто не задумывается о том, что питание имеет массу побочных эффектов. Именно из-за того, что оно стало вот таким богатым, насыщенным, полноценным, сбалансированным и, самое главное, изобильным. Самая главная причина затоксинивания и зашлакованности организмов – это изобильное питание, которые сегодня все воспринимают как благо, а на самом деле это такое благо весьма условное.
тяжелое, изобильное питание приводит к тому, что процесс пищеварения в нашем организме происходит неполноценно. То есть, по-русски говоря, да, проще говоря, наши органы пищеварения не могут справиться в должной степени с перевариванием пищи, и остаются, большая часть пищи остается непереваренной или недопереваренной. И вот эти недопереваренные остатки пищи, которые скапливаются в нашей пищеварительной системе и прежде всего в тонком кишечнике, создают процессы гниения и брожения в тонком кишечнике. Из-за этого он покрывается изнутри толстым слоем слизи, мокроты, гноя. И с этой слизью человек живет всю жизнь. Я вижу, что на моем эфире присутствуют люди, которых я знаю уже несколько лет. То есть это мои последователи. И эти люди знают имя Арнольда Эрота. Кто не знает, найдите, пожалуйста, загуглите, кто такой Арнольд Эрот и его книгу «Целебная система без слизистой диеты». В этой книге автор очень понятно описывает, что происходит с телом человека, когда он переполняется вот этой самой слизью, которая со временем превращается в гной и забивает все клеточное, межклеточное пространство, все свободные части в тканях, костях, в органах человека. Везде, где можно отложить гной, там организм его откладывает, потому что он не может допустить того, чтобы этот гной свободно перемещался в кровотоке и свободно гулял по организму. Организм этот гной складирует, то есть делает такие запасы, да, чердаки, на котором этот гной хранится до поры до времени. Но если человек постоянно в течение жизни продолжает питаться вот таким загрязняющим образом, то рано или поздно эти склады гноя просто переполняют свои укромные места, и начинается вывод гноя, начинается элиминация. Элиминация – это вывод токсинов и вывод шлаков. И выводиться эти токсины и шлаки могут через различные выделительные системы человека. Это кишечник, это мочевыделительная система, это кожные покровы, это дыхательная система. А теперь проанализируйте свое состояние и вспомните, как часто у вас выделяется нечто похожее на гной, может быть, это слизь или мокрота, из различных систем выведения. Что у вас иногда выделяется из половых органов, возможно? Что и как часто выделяется у вас из органов дыхания, на миндалинах, из носовой полости, из ротовой полости, из десен, из глаз, из ушей? Что у вас выделяется из пор кожи? Если вы проанализируете то, что из вас выделяется, вы сделаете вывод, что то, что выделяется, это явно что-то очень нехорошее, это что-то невкусное, дурно пахнущее. Это то, чего быть в организме точно не должно. То есть это подлежит выводу. Именно для этого и существует такое мероприятие, как детокс, которое направлено на то, чтобы помочь организму выводить адекватно, да, правильно и корректно вот эти залежи токсинов и шлаков. Вот что такое настоящий детокс. Так что если вы думали, что детокс – это питье соков, что это какая-то особая диета, на которой нужно быть определенное время, а потом снова возвращаться к своему традиционному, изобильному и тяжелому, и неправильному питанию, то это не так. Детокс – это образ жизни. Это понимание того,
что нужно делать со своей жизнью, как ее нужно изменить, чтобы в вашем организме перестали накапливаться шлаки или токсины, или чтобы они хотя бы накапливались в минимальной степени, настолько минимальной, чтобы это не угрожало вашему здоровью и вашей жизни. И когда вы вот это научитесь делать, жить в стиле детокс, то считайте, что вы здоровый человек, и что вам ничто больше не угрожает. Вам не угрожают страшные заболевания, вам не угрожает потеря привлекательной фигуры, потеря энергии, потеря привлекательного внешнего вида и так далее. Вот что такое настоящий детокс. Это образ жизни. Какое я имею отношение к детоксу? В 2016 году я начала изучать тему детокса, потому что петух клюнул. Очень быстро я поняла, что буквально там в течение нескольких месяцев я поняла, что эта тема бомба. Что действительно, если ты понимаешь, что такое детокс, и ты делаешь эти действия, связанные с детоксом, то ты очень быстро освобождаешься от того, что тебя тяготило многие предшествующие годы. А именно, ты избавляешься от боли, от каких-то... от чего-то лишнего, то, что у тебя выросло, наросло где-то местами, может быть, это папилломы, может быть, какие-то там полипы, бородавки и прочие-прочие дела, которые являются ненормальными, да, ненормальными какими-то образованиями на теле. Кроме того, ты избавляешься от лишнего веса. И когда ты видишь, как быстро это происходит благодаря детоксу, тебе потом уже больше не хочется себя так сильно загрязнять, как ты это делал раньше. Потому что бывает жаль себя и жаль своих усилий, потраченных на то, чтобы вывести вот эти шлаки и токсины. Когда я это поняла, я это осознала очень быстро, потому что очень быстро увидела результаты. Я подписала сама с собой договор, что детокс будет теперь стилем моей жизни, что я не сверну с этого пути, и я стала изучать тему глубже. Этот выбор привел меня к выбору новой профессии. Я закончила институт натуропатии, получила диплом доктора натуропатии, и поэтому я сегодня имею полное право говорить о детоксе, вести группы по теме детокса, ну и отвечать на все ваши вопросы, запросы, связанные с этой темой. Как проходят мои курсы детокса? Я начала вести свои первые курсы детокса где-то примерно году в 2017. Правда, сначала это были не курсы, это были индивидуальное сопровождение, потому что на групповые форматы я тогда еще не замахивалась из-за отсутствия большого опыта. Но по мере приобретения этого опыта, по мере изучения темы, все глубже и все дальше, я поняла, что у меня уже есть все для того, чтобы вести группы. Есть стройная система, которую я облекла в вид курса. В основе этой системы, конечно же, лежит методика Марвы Оганян. Кто не знает, опять же, загуглите. Марва Оганян, ее книга «Экологическая медицина». Система детокса Марвы Оганян строится на условном голодании. То есть на голодании, которое является голоданием в кавычках. То есть это не в прямом смысле голодание, это клеточное питание. Это проведение нескольких аскетичных дней или недель на жидком питании, таком как травяные чаи с соками фруктовыми и овощными свежевыжатыми. Это называется жидкое питание или условное голодание. Но не представляет из себя никакой опасности, если делать это разумно, а тем более под контролем,
в группе или индивидуально, с индивидуальным сопровождением. До 2021 года я вела такие курсы детокса просто на том, что я имела, на том опыте, который я имела. То есть, опираясь на теорию Марвы Оганян, опираясь на те знания, которые я получила во время обучения и в то же время, которые пришли ко мне с практикой, то есть с ведением людей и с наблюдением за теми эффектами, которые они получали. Но в 2021 году моя практика детокса несколько изменилась. Точнее, даже не несколько, а изменилась очень сильно. И это изменение было в лучшую сторону благодаря приходу в мою жизнь и в мою практику настоящим эфирным маслам. Многие думают, да и я сама тоже раньше думала, что эфирные масла – это просто то, что хорошо пахнет. То есть это какое-то вещество, которое хорошо пахнет, которое можно нюхать, получать приятные ощущения, украшать ими свой быт, пользоваться как парфюмом, но не более того. На самом деле это очень глубокое заблуждение, потому что эфирные масла бывают разные. И курс детокса я провожу только на натуральных эфирных маслах, которые являются представителями растительного мира. Если обычный курс детокса проводится на 16 растениях, это травяной сбор, состоящий из 16 трав, которые помогают проводить детокс качественно, которые помогают и поддерживают выделительные системы, минимизируют воспалительные процессы и помогают оставаться в спокойном состоянии во время проведения вот такого курса условного голодания. Это 16 классических трав. Но с тех пор, как появились эфирные масла, мы стали проводить курсы детокса не на 16 растениях, а на количестве, увеличенном вдвое и втрое, и, может быть, даже больше. То есть мы стали использовать выжимки, экстракты целебных растений, коими и являются натуральные эфирные масла. Пожалуйста, запомните это навсегда. Натуральные эфирные масла – это природная химия. Это не искусственное произведение рук человеческих, это то, что добыто из недр самого растения, из каких-то его частей, из разных, либо из стеблей, листьев, или из корневищ, или из цветков, или из плодов, но это именно выжимка из растения. И когда я ввела свою практику доктор натуропатии, вот эти экстракты растений в виде их натуральных эфирных масел, я увидела, что люди стали получать результаты, за которыми они приходят, в разы быстрее, в разы эффективнее, и что самое главное, эти результаты стали приходить в безопасном формате. Я объясню, что это такое безопасный формат. Когда до 2021 года я проводила групповые детоксы, ну и индивидуальные тоже, просто базируясь на методику Марвы Оганян, нас всегда сопровождали два критически неприятных момента. Первый момент – это интоксикация. При детоксе интоксикация практически неизбежна, потому что люди приходят сильно зашлакованные. И потому что организм начинает активно выводить эти шлаки и токсины и сам страдает от этого массированного вывода ядов. И начинается внутреннее отравление, то есть самоотравление и интоксикация, симптомы которой очень тяжелые.
Это первый тяжелый момент. Он всегда нас преследовал, и это было камнем преткновения не только для многих людей, которые не решались в одиночестве проводить курсы очищения, курсы детокса, но и для меня это тоже являлось камнем преткновения, потому что я переживала. Мне было страшно за тех людей, которые подвергаются интоксикации. А подвергались интоксикации практически 80% людей подвергались интоксикации во время детокса. Второй момент, который преследовал часто людей на детоксе, это осложнение, это обострение хронических заболеваний. Как правило, в детокс не идут здоровые люди, не идут молодые для профилактики, а идут именно возрастные люди и уже имеющие ряд хронических заболеваний. Так вот, во время детокса эти заболевания, как правило, всегда обострялись. Это тоже неудивительно, потому что слабые места человека, то есть слабые его органы и слабые системы, которые уже являются хронически больными, не выдерживали натиска токсинов и начинали воспаляться, и начиналось осложнение и обострение хронического заболевания. Так вот, с 2021 года, с тех пор, как я ввела в детокс эфирные масла и стала проводить детокс на эфирных маслах, мы свели практически к нулю и интоксикацию, и обострение хронических заболеваний. И даже если сейчас во время детокса у кого-то из моих подопечных появляются какие-то симптомы, похожие на интоксикацию или на обострение какой-то хроники, мы всегда знаем, что у нас есть определенные эфирные масла, с помощью которых мы можем погасить и то, и другое. Мы можем погасить и интоксикацию, и какой-то приступ хронического заболевания. Что люди получают на таких курсах детокса? Как я уже сказала, детокс – это не какая-то разовая акция. То есть это не то, что многие думают, вот пришли, сейчас меня научат делать клизму, сейчас мне покажут, как мне заваривать волшебный чай, вот я сейчас все это попью, поделаю, там почищусь, выйду здоровеньким, и все, на этом закончится, я буду жить дальше своей жизнью. На самом деле мой курс, курс детокса, направлен несколько на другую цель. Моя цель – это прежде всего научить людей жизни в стиле детокс. То есть показать, как встроить в свою жизнь детокс, чтобы он стал образом жизни, чтобы думать не только о том, как научиться ставить клизму, да, но и о том, как сделать свое питание не загрязняющим, чтобы питание больше очищало, нежели загрязняло. Как срочно и какие меры можно применить, когда организм начинает выбрасывать повышенное количество токсинов. То есть нужно сначала научиться определять, когда это происходит, да, какие симптомы этого, и научиться, что с этим делать. Я учу людей, знакомлю с теми инструментами, методами и способами, которые можно брать и применять, чтобы поддерживать себя всегда в жизни в нетоксичном состоянии. То есть мой курс – это прежде всего обучение. Именно поэтому мой курс детокса не является мероприятием, у которого есть конец. Каждый, кто приходит ко мне на курс детокса, остается в нем навсегда. То есть это бессрочная поддержка, поддержка в группе, это бессрочная
бессрочный доступ к знаниям. Я никогда не закрываю базу знаний, то есть те материалы курса, которые человек, в которые человек однажды получил доступ, никогда его больше не закрываю. Опять же, по той причине, что детокс – это не разовое мероприятие, это образ жизни. И мне бы не хотелось, чтобы люди, которые доверили мне своей жизни, пришли на какой-то короткий промежуток времени и неизвестно, получили что-то или не получили за отведенный промежуток времени, а потом ушли и неизвестно, с чем остались. Я так не люблю работать. Я люблю работать на результат. Мне нравится, когда люди получают хорошие результаты, когда они ими делятся в группе поддержки, когда я наблюдаю за человеком в течение нескольких лет, когда мы становимся с моими подопечными не просто учитель-ученик, а уже практически друзьями. Вот это я люблю. Сразу скажу вам честно, что меньший процент людей, которые приходят на курс детокса, действительно остаются вот такими преданными, вот такими последовательными, успешными, вот такими друзьями. Больший процент, к сожалению, отсеивается из-за своих субъективных причин. Кому-то лень, у кого-то есть причина оставаться в своем больном теле или в теле с лишним весом. Но это уже психосоматика, это уже личностные причины самого человека, и это уже не моя сфера. То есть все, что зависит от меня, я даю в полном объеме, в полном формате. И то, что люди приходят и забирают эти знания, забирают мой опыт, забирают мою поддержку, это исключительно их добровольное желание. Я вот вижу сейчас в чате, Марина пишет, моя, это одна из тех, кто как раз попал в этот небольшой процент, ну, точнее, не попал, а, видимо, судьба была, да, быть в этом небольшом проценте. Это человек, который на моих глазах превратился в какую-то просто солнечную личность, человек, который пожинает результаты детокса и продолжает радоваться этим результатам и быть счастливым. Марина, благодарю, огромное благодарю за то, что ты осветила мою жизнь своим присутствием. Вот я очень рада, на самом деле, что мои люди, мои последователи и те, кто проникся идеей детокса, остаются со мной по-прежнему на связи, даже несмотря на то, что у них все хорошо. Я знаю, что у Марины все хорошо, что она добилась всего, чего она хотела, но несмотря на то, что она всего добилась, она по-прежнему остается со мной на связи, и мы просто обмениваемся какими-то приятными, позитивными эмоциями. Это здорово. Это здорово. Вот это такая большая, великая, глобальная цель моего обучения, моего курса. И именно вот из этой великой глобальной цели и вытекает то, что я не беру денег в свой карман за такие курсы. Да, вы вкладываетесь в этот курс, но вы вкладываетесь исключительно в себя. То есть вы мне не платите ничего, но вы просто приобретаете себе набор эфирных масел, которые вы же сами и будете использовать на этом курсе детокса, потому что он называется эфирный детокс. Я преобразовала курс детокса обычный в эфирный детокс и прямо вот смело и нагло заявляю, что это мое детище. Это мое детище, которое я люблю. Я его родила, я его выносила, я выпистывала этот огромный курс, который состоит из более чем 60 уроков.
Я туда вложила все свои знания, которые я накопила за эти вот больше уже 7 лет. Я этим занимаюсь, скоро будет 8. И просто хочу, чтобы вы этим пользовались всегда, чтобы это было вам доступно. Вот, и тот набор, который вы приобретаете, чтобы войти на этот курс, он навсегда ваш, его вам хватит на очень-очень долго. Не на один курс детокса, а на очень много курсов детокса. И считайте, что это такое вложение в вашу будущую здоровую жизнь. И теперь перехожу к этому предложению, которое я озвучила вот буквально вчера. И сегодня хочу его немножко пошире развернуть, потому что не все поняли, да, что это за мероприятие, как в него зайти. Я вижу вопросы, да, вопрос в тему про деменцию. Вот у меня тут уже, тоже уже целый список вопросов заготовлен, я постараюсь на них ответить. И про деменцию тоже помогают, да. И я скажу об этом чуть попозже, да, вот сейчас просто озвучу предложение. Значит, смотрите, поскольку у нас переход из зимы в весну всегда очень такой непростой, это такое своеобразное время, когда тело как бы начинает просыпаться, да, потому что начинают, меняется сезон, начинается сокодвижение, да, начинается движение в растениях соков, ну, вернее, готовится, да, движение готовится. У человека тоже начинается движение, и всегда, когда приближается весна, нам хочется обновления, нам хочется себя раскрыть, что-то скинуть лишнее, чтобы крылья за спиной выросли, куда-то побежать, полететь, скинуть старое платье, одеть новое платье, да, скинуть несколько килограмм, задышать, ну, не знаю, что-то такое с собой сделать, чтобы ворваться в весну в свежем виде. Вот это как раз и есть стремление тела к детоксу. Это очень классная пора, когда мы начинаем переходить из зимы в весну и сбрасываем с себя вот эти старые шкуры, и сбрасываем с себя все вот эти токсины и шлаки, которые мы накопили за зиму. Мы накопили довольно много, потому что зима – это такое время, особенно те, кто живут в холодном климате, когда мы можем себе позволить все, когда мы говорим: ну ведь зима же, холодно же, мороз, у меня кожа сохнет, да, я хочу согреться, я хочу вот этого вот сладенького, такого плотненького, жирненького, мясного. И мы зимой позволяем себе больше всего вот этого, да, такого мучного, жирненького, мясного, крахмалистого, сладенького. Мы себя просто напитываем. И это, в общем-то, нормально. Я тоже такой же человек, да, я тоже зимой питаюсь иначе, чем летом. Но когда приближается весна, наш организм как звенит таким колокольчиком внутри, и он говорит: слушай, все, давай уже прекращай. Хватит уже наедаться. Скоро лето, нам нужна перезагрузка. Пищеварительные органы устали, давай немножко уже разгрузимся. И все, и мы начинаем тогда детокс. Короче, до конца февраля я набираю группу, и с 1 марта мы начинаем работать. Сколько продлится работа группы, активная работа, я никогда не знаю. Я же сказала вам, что я не ставлю никаких сроков. Мы начинаем... как белые начинают и выигрывают, да, мы начинаем и идем до результата. Практика показывает, что первый месяц группа работает активно. Потом начинается отсев, то есть уходят те, кому лень, у кого, да, у кого там психосоматика, остаются самые такие продвинутые, кому все понравилось, кто влюбился в эту систему, кто влюбился в эфирные масла, кто на себе почувствовал уже эффект, результат увидел и рвется дальше в бой. Поэтому группа, в принципе, работает бессрочно. Запомните это.
я никогда никого не выгоняю и не закрываю никакие доступы. Я просто объясняю вам, что есть определенные этапы в системе детокса, и вы можете двигаться по рекомендованным этапам, скажем, 10, 10, 10, например, да, но вы можете менять, ну, дней, я имею в виду, 10 дней подготовка, 10 дней условное голодание, 10 дней выход. Но это не жесткие этапы. Вы можете менять срок каждого этапа под себя в разные стороны, как уменьшая, так и увеличивая. И чтобы понимать, как это, да, менять сроки этих этапов, для этого и нужен обучающий курс. То есть для этого у вас есть чат поддержки, для этого у вас есть я, и мы по ходу будем разбираться, кому, когда, на какой этап. Итак, есть, значит, с 1 марта мы начинаем работу, до конца февраля я набираю группу, и есть три пути входа в этот курс. И сейчас еще и акция вдобавок. Сейчас все расскажу. Значит, смотрите. У меня есть партнеры. Это муж и жена, Ирина и Андрей, которые однажды пришли ко мне как простые, ну, как клиенты, да? Просто пришли поучиться. Ну, то есть они уже были знакомы с темой детокса, но им захотелось больших знаний, и они пришли ко мне поучиться. Когда мы пообщались какое-то время, я поняла, что у этих людей очень крепкая база знаний, и плюс они еще к тому же больше занимаются сферой питания, чем я, потому что Андрей – профессиональный шеф-повар, причем с многолетним стажем. Когда я увидела, как эти муж и жена, да, как эти ребята ловко готовят пищу на этапе выхода из условного голодания, я даже сначала немного позавидовала, потому что это виртуозы по приготовлению вот такой своеобразной сыроедческой пищи, потому что у нас выход сыроедческий идет из условного голодания. На сыроедческом выходе у меня люди тоже скидывают вес, так же, как и на условном голодании. И, короче, когда я увидела, как это здорово у них получается, я предложила им стать, ну, как бы соавторами, да, вот этой моей программы, сделать прямо специально отдельную часть по выходу с рецептами, которые можно будет применять на после условного голодания. Ребята сделали это, они очень постарались, и у них получился целый полноценный курс, который мы назвали «Идеальное питание с рецептами на выходе из условного голодания». Это потрясающий курс. Такого я не видела нигде. Такого даже я не могла изобразить, потому что я не люблю готовить. И меня не хватило ни на что больше, кроме как написать книгу «Солнечная тарелка», в которой я описала свой выход. Но он сейчас, мне кажется, уже довольно примитивным по сравнению с тем, что сделали Ирина и Андрей. Что они сотворили своими руками, своими головами. Так вот, получается, что как бы курс Ирины и Андрея по выходу, да, с рецептами – это такое практически самостоятельное произведение искусства. Но чтобы поддержать ребят, да, чтобы им поддержать выход в массы этого курса, я решила, что я в подарок буду давать еще и свой курс. То есть сейчас в рамках акции февраля вы берете свой набор, забираете, да, в дотеро свой набор, покупаете, и вы заходите одновременно на оба курса. То есть вам доступен будет не один курс, а целых два. Мой по детоксу и курс Ирины и Андрея по выходу из детокса. То есть это полный комплект материалов, которые нужны человеку, планирующему основательно заняться выводом шлаков и токсинов из своего тела.
более подробных материалов, пожалуй, найти на просторах интернета невозможно. Это наиподробнейший пошаговый алгоритм действий, буквально от начала и до бесконечности. Просто пошаговый алгоритм. Что делать, сколько вешать в граммах, какое масло, сколько накапать, куда положить, куда намазать и так далее. Все очень подробно. Итак, смотрите, три варианта захода на курс детокса, который начнется 1 марта. Первый вариант – это стандартный вариант. И здесь вам достаточно будет просто приобрести стартовый набор Дотерра, который называется «Семейная аптечка». Вот так он выглядит. Это набор из 10 флаконов самых необходимых эфирных масел, необходимых именно в той части, в том плане, которая вам будет нужна для проведения эфирного детокса. То есть все 10 масел будут задействованы. Подарком к этому набору, 11-м маслом, идет флакон эфирного масла дикого апельсина, которое тоже будет задействовано на этом курсе. Таким образом, 11 масел – это стандартный заход на курс детокса, и больше ничего не нужно. Стоит такой набор 13 500. 13 500, и вы в двух курсах бессрочно, в двух чатах поддержки, даже в трех, с бессрочным доступом к базе знаний, и вы осваиваете детокс. Это первый вариант. Он действует до конца февраля. Второй вариант. Это немножечко более продвинутый вариант и немножечко более дорогой набор. Это те же самые 10 масел, но только в 3 раза больше объемом, то есть не по 5 мл, как здесь, а по 15, которых хватает на очень-очень долгий отрезок времени. Ну, практически даже на год может хватить каких-то масел, которых, может быть, расходуется меньше, чем других. Каких-то может хватить на несколько месяцев, каких-то там может на полгода, а какие-то могут даже и год сохраниться. Срок годности очень большой, поэтому переживать на этот счет не стоит. Итак, значит, набор, который называется «Эфирный дом», содержит 10 масел по 15 мл, плюс подарок идет диффузор. Вот такой агрегат для дома, который вы используете для диффузии эфирных масел, то есть для распыления эфирных масел в вашем помещении. Не просто для того, чтобы было хорошо и красиво дышать, а для того, чтобы убирать токсичность помещения, для того, чтобы бороться с вирусами и бактериями, для того, чтобы выравнивать свой эмоциональный фон, чтобы работать с гормональной системой, с вирусами и прочее, прочее, и так далее. Ирина пишет, что шла на Кубай, не понимая вообще, зачем, да, зачем этот набор, а в итоге 2 года ни дня без масла, без масел. Вот так это происходит. Вот так люди влюбляются в эфирные масла. И вы поймете, да, сейчас, да, почему это невозможно не влюбиться. Второй набор, вот этот вот, который называется «Эфирный дом», он стоит 23 900. Во-первых, здесь есть некоторая финансовая такая, ну, как сказать, выгода, потому что он по сумме примерно в 2 раза больше, чем первый набор, но по объему он в 3 раза больше, потому что, напомню, эфирных масел там в 3 раза больше. Уже вижу вопрос, как в Германии заказать. Сейчас все объясню. Все в любой стране можно заказать. Сейчас все объясню. Кто может заказать второй набор? Тот, кому нужно, кроме групповой поддержки, еще и мое индивидуальное ведение. То есть это люди, у которых есть определенные запросы, может быть какое-то сложное заболевание, а может быть просто это люди-интроверты, а может быть это просто люди, которые нуждаются в индивидуальном контроле. Вот. Тогда вы берете себе эфирный дом. Итак, третий вариант, который работает
только 2 дня, а может быть даже и меньше. Это вариант, который сейчас предлагает Дотерра. Это акционный вариант. И это набор, который называется Bogo Box. Я расшифрую. Бога – это значит, ну там, это в английском варианте название, это переводится как «покупаешь один, второй в подарок». Что из себя представляет Bogo Box? Bogo Box – это 11 масел, сейчас назову какие-то масла, но дело в том, что оплачивается только половина, точнее 5 масел оплачиваются, а 6 масел идут в подарок. Такая акция бывает только 3 или 4 раза в году, и она организуется именно со стороны Дотерра, то есть это не моя акция, это просто я ее сейчас встраиваю вам как предложение. 3 или 4 раза в году бывает такая акция, и это крайне редкий случай, когда можно получить в подарок так много эфирных масел. Смотрите, этот Bogo Box стоит 14 300, но, как вы понимаете, 14 300 это только стоимость 5 масел. 6 масел стоимостью более 16 000 вы получаете в подарок. На сегодняшний момент, на данный момент, этих бога-боксов на складе осталось менее 50%. Я просто смотрю сводку, вот по ходу там у нас передается оперативная сводка. То есть с 19 числа началась эта акция, сегодня 20-е, и уже менее 50% этих боксов осталось в наличии. Поэтому, если вы хотите очень сильно получить очень сильную выгоду, да, то есть получить 6 эфирных масел в подарок, то заходить на эту регистрацию, на этот, на курс детокса, надо только сегодня, потому что я боюсь, что до полуночи этих боксов уже больше не останется. Смотрите, что есть в этих боксах. Ну, знаете, я не буду перечислять все масла, которые находятся в базовом наборе. Я просто скажу кратко, что это масла, которые работают с пищеварительной системой, с опорно-двигательной системой, с кожной, с выделительными, с эмоциональной. И это, собственно, ровно то, что нам нужно для детокса, для поддержки наших основных систем организма, чтобы курс детокса прошел благополучно. И я перечислю просто несколько масел, которые входят в набор вот этого бога-бокса, чтобы вы понимали, что они тоже имеют отношение вот к этим самым системам. Смотрите, значит, те масла, за которые нужно заплатить. Это эфирная смесь Digest Zen, если по-русски, то это Zen пищеварение. Ну, то есть это смесь масел для пищеварительной системы. С помощью этой смеси мы гасим и интоксикации, и всякие распирания, вздутия, и тошноты, и рвоты, и, в общем, все боли, которые связаны как с острыми процессами в ЖКТ, так и с хроническими. Дальше. Зиндокрин – это смесь масел для поддержки печени. Вот этим Bogo Box хорош, что здесь нет зиндокрина, да, в стартовом наборе, а вот в Bogo Box он есть. А поскольку печень – это такой самый главный страдающий орган по части токсинов, да, это фильтр, то вот поддержать нашу печень во время детокса с эндокрином – это просто вообще, это, ну, лучше не придумаешь. Причем поддерживать как наружно на область печени, так и внутрь. То есть я напоминаю, что мы работаем с маслами терапевтического класса. Это значит, это эфирные масла, которые имеют сертификат терапевтического класса, и их можно применять внутрь, в отличие от дешевых аптечных масел или каких-то там других с Wildberries, там дешевых, да, масел, которые не являются терапевтическими, а являются в какой-то части синтетическими или полусинтетическими, и их принимать внутрь опасно для жизни. Мы работаем на нашем курсе только с терапевтическими маслами.
Третье масло и четвертое, они немножко похожи по своим свойствам. Это смесь масел чистота и смесь масел обитель. Это эфирные смеси, которые работают с вашим домашним пространством. То есть, когда мы очищаем себя внутри, мы должны очень заботиться о том, чтобы снаружи было как можно меньше токсинов. Мы убираем бытовую химию, да, и у нас есть чем ее заменить. Мы убираем нейтрализуем токсины в воздухе, в наших помещениях, там, где мы живем, там, где мы работаем. И мы можем этого добиваться с помощью вот этих вот смесей «Чистота» и «Обитель». Кроме того, эти смеси можно применять также еще и наружно, то есть на тело. Можно делать массажи. И ингаляционно, конечно же. И пятая смесь, за которую нужно, которая входит в платную часть, это смесь Deep Blue. Это смесь масел, которая работает с опорно-двигательным аппаратом. То есть это мышечные боли, суставные боли. Это всевозможные костные там проблемы, сухожилия, фасции, связки, какие-то старые травмы, остеохондрозы, шейные, там, воротниковые, вот эти, короче, все, что связано с опорно-двигательным аппаратом, это все вот к этой смеси, которая помогает улучшать кровоток, лимфоток и убирает боли, физические боли в теле. Вот, это масла, за которые нужно просто заплатить 14 300, и в подарок вам идут следующие масла. Лаванда – это успокоение, это хороший сон, это противовоспалительное и противоаллергическое средство. Майоран и розмарин – это масла, которые работают с пищеварительным трактом. Масло черной ели, которое работает с нашей нервной системой, с дыхательной системой, с эмоциональным фоном. И масло дикого апельсина – это бодрость, это детокс, потому что все масла цитрусовых являются хорошими детоксикантами. Ну и, наконец, еще одним шестым, получается, да, шестым продуктом в Бога-боксе является вот такая штука. Это, она называется стик. То есть это штука, которую откручиваешь, и там находится вещество, которое состоит из, с одной стороны, из смеси эфирных масел Deep Blue, то есть мышечные и суставные боли, а с другой стороны из универсального обезболивающего эфирного масла Копайба. Вот. Это вот как раз смесь вот этих вот мощных ингредиентов. И мы просто... Он у меня закончился, я не могу его показать. Там ничего нету. Просто мы его открываем, выкручиваем, как дезодорантом пользуемся, да, и наносим на те места, которые... Ну, где есть боль. Боль проходит буквально в течение там 1-2 минут. Вот так быстро работают эфирные масла. Так что, кто позарился вот на это предложение, да, и вот теперь становится ясным, почему я сказала, что эта экономия не просто в 2 раза, это практически в 4. Потому что, во-первых, у вас есть возможность, если вы сегодня регистрируетесь, взять только половину масел за деньги, а половину бесплатно получить, это уже экономия в 2 раза, да? А также у вас есть возможность, вернее, не есть, а вы получаете не один курс, а целых 2 курса. Вот вам экономия в 4 раза, то есть выгода в 4-кратном размере. Так, что еще я должна сказать? Наверное, просто сказать, что есть большой смысл именно сегодня прийти на регистрацию, кто хочет идти на Бога-бокс. А те, кто пойдут на стартовые наборы, обычные, стандартные, у вас есть время до последнего дня февраля, но не до самого последнего там, вечернего часа, а где-нибудь там пораньше. Ну, потому что это связано с оформлением регистрации. Она должна, на нее должно уйти какое-то время, пока это все оформить, пока оплата, пока это все пройдет, зачислится. Должно быть этим месяцем все закрыто. Вот. И теперь, значит,
отвечу на вопросы, которые тут прислали перед эфиром, которые, возможно, вот здесь были. И сразу скажу, да, тем, кто сейчас хочет уже убежать, если вы идете ко мне на детокс, то вам нужно обратиться либо ко мне, если вы пришли именно по моему анонсу, да, если вы мой подписчик, либо к тому человеку, который вас пригласил на этот вебинар. Ну, вы знаете, кто вас пригласил, поэтому если вы идете ко мне на детокс, пожалуйста, к тому человеку, да, попросите у него все необходимые данные для того, чтобы зарегистрироваться, попросите его помощи, чтобы он вам помог зарегистрироваться, и дальше я принимаю вас в свои объятия. Так, сейчас я отвечу на несколько вопросов, и на этом мы можем тогда уже закончить. Вопрос, что такое мигрень и почему болит голова? Это вопрос к шлакам и токсинам. Как я сказала в начале моего эфира, организм откладывает шлаки и токсины, ну, будем говорить так, откладывает вот ту самую слизь в самые различные укромные уголки тела, где только можно это разложить, то есть где есть, куда разложить. Так вот, одним из укромных уголков, где есть, куда разложить эту слизь, являются поры костей черепа. Не пугайтесь, но наш череп состоит в какой-то мере из пористых костей, и в эти поры очень хорошо упаковывается та самая слизь, которая накапливается в кишечнике, но наш кишечник, как я уже сказала, он не держит это внутри себя. Если бы он это держал внутри себя, то мы бы раздулись уже как воздушные шарики и улетели бы в космос, или бы нас разорвало на мелкие кусочки. Но это все складируется, местами выводится, да, вспоминаем гнойные пробки, вспоминаем прыщи, какие-нибудь там молочницы, да, или что-то еще в этом роде. То есть это что-то у нас все время выводится периодически. Песочек, там какие-то камушки какие-то. Все это шлаки, все это токсинные шлаки, которые организм копит. Так вот, гной, который накапливается в порах костей черепа, когда его становится слишком много, он начинает очень сильно давить на окружающие его ткани, и это передавливание, да, вызывает боль. И ваш организм, ваше тело начинает страдать от хронических болей. И пока вы не научитесь выводить эту слизь, ее можно и нужно выводить. Вот до тех пор вы будете мучиться и страдать головными болями. Хорошая новость состоит в том, что, во-первых, такая слизь довольно легко выводится при правильных действиях, да, то, чему мы будем учиться на курсе. А также у нас есть эфирные масла, которые помогают облегчать или убирать боль очень быстро, даже если она возникает, пока вы еще не успели достаточно вывести этой слизи из организма. Вот, вот что такое головная боль. Но я назвала одну из наиболее частых причин. Конечно, вы понимаете, что причин может быть очень много, и я не смогу озвучить все, это нужно разбираться уже в частном порядке. Но это просто одна из частых. Так. Про давление спрашивают, да, почему не только пожилые, но и молодые страдают давлением, с чем оно связано. Тоже здесь причин может быть несколько, но одна из основных – это пережатие кровеносных сосудов в области чаще всего шейно-воротниковой, потому что когда головной мозг начинает страдать от недостатка питания, потому что кровь, да, занимается питанием, разносит кислород. Когда этого не достает головному мозгу, организм начинает бить во все колокола и посылается сигнал в кровеносную систему, чтобы начать подкачку крови, чтобы не дать головному мозгу умереть, потому что без питания, да, без кровоснабжения мозг просто умрет. Чтобы не дать человеку умереть, сердце начинает накачивать кровь сильнее, да, чтобы было поступление питания в мозг. Но, к сожалению,
сердечно-сосудистая система очень многих возрастных, но не весна, какие-то мошки полетели, не только возрастных, но и молодых людей, уже сосуды могут быть в не самом хорошем состоянии. То есть это может быть не гибкие сосуды, не эластичные, они уже могут быть довольно хрупкими. И когда вот на эту хрупкую стеночку давит, да, сильный такой кровоток, то вместо того, чтобы как бы амортизировать при таком давлении, стеночка, будучи очень, да, такой, как сказать, неэластичной, она начинает испытывать слишком чрезмерное давление тока крови, и это вот и есть повышенное давление. И вы начинаете, да, мерить свое давление, а оно повышенное. Просто потому, что вот у вас создались такие условия. Поэтому, чтобы избавить себя от таких вот приступов повышения давления, достаточно научиться снимать спазмы в шейно-воротниковой зоне и работать со своими сосудами. То есть делать их более эластичными, убирать оттуда бляшки. Для этого у нас есть детокс, для этого у нас есть эфирные масла, которые как раз работают с этими проблемами. Так, следующий вопрос. Низкий гемоглобин. Гемоглобин – причина. Усвоение всех питательных веществ, витаминов, там, всего, минералов, железа и прочего, происходит в основном через тонкий кишечник. И если он чистый, если у вашей микрофлоры здоровы и у вас, да, все в ЖКТ в порядке, то вы обычно не испытываете каких-то проблем с дефицитами минералов там, или других микро-макроэлементов, потому что ваш кишечник пропускает все вещества в кровь, то есть у вас всего достаточно. Но если тонкий кишечник грязный, загрязнен вот теми самыми отходами, про которые я говорила в начале нашего эфира, то у вас не только может быть проблема с гемоглобином, но может не хватать и других веществ по результатам анализов. И удивляться здесь не приходится. Но у нас есть детокс, с помощью которого мы очищаем стенки кишечника от этих вековых залежей и разрешаем вашим питательным веществам беспрепятственно поступать в кровь, повышая ваш гемоглобин и убирая все другие дефициты по питательным веществам, микро-макроэлементам и так далее. Следующий вопрос. Панкреатит. Причина. Почему? Панкреатит. Воспаление поджелудочной железы. Поджелудочная железа отвечает у нас за выделение пищеварительных ферментов, за выделение инсулина. И если вы перегружаете свою пищеварительную систему, то есть даете себе вот то самое изобильное питание, особенно если оно изобилует сахарами, то ваша поджелудочная железа работает все время на износ. Что будет с вами, если вы будете работать на износ 24/7, без выходных, без отпусков, без больничных листов, вы загнетесь просто-напросто. То же самое происходит с поджелудочной железой. Это маленький многострадальный орган, на которого вы возлагаете слишком большую нагрузку, давая себе на переваривание слишком много сложной пищи с утра и до вечера. Поэтому она воспаляется, и поэтому этот воспалительный процесс переходит в хронический, и вам ставят диагноз панкреатит. Это не является необратимым состоянием. Из этого состояния можно вернуться назад в здоровое, если перестать нагружать поджелудочную железу вот этой непомерной работой. Этим мы занимаемся на курсе детокса, и чтобы убрать воспалительный процесс в поджелудочной железе, мы используем эфирные масла, которые являются экстрактами целебных растений. Не говорите мне, что вы не знакомы с эфирными маслами в обычной жизни. Вы кушаете там петрушку, кинзу, вы едите какие-то ягоды, любые, вы едите любые растения, и в очень многих растениях
содержатся эфирные масла. Вы с ними знакомы, просто когда вы употребляете в пищу растения, вы даже не отдаете себе отчета, что поступает внутри вас, а эфирные масла поступают. Поэтому, когда вы себе даете эфирную терапию уже в системном подходе, в таком структурном, то вы работаете со своим организмом, да, со всеми своими системами, таким целостным подходом, и поэтому вы достигаете очень быстро хороших результатов, когда это делается системно, комплексно, пошагово, со знанием дела, что к чему и как. Следующий вопрос. Жжение вверху головы. Ну, мне кажется, это какой-то вопрос немножко частного характера. Нужно разобраться, что это за жжение, потому что там тоже могут быть разные причины. Ну, потом можем после эфира разобраться в частной переписке, что там к чему. По-моему, были какие-то еще вопросы здесь, если я не ошибаюсь. И если есть вопросы, задавайте. Если нет, мы можем сейчас уже закончить. Ага, вот, все, поняла. Теперь про страны. Так, давно хочу к вам, надеюсь, до Греции дойдет. Давайте тогда в личной переписке после эфира напишите, я вам там расскажу, что, какие у нас варианты. По поводу Германии вообще нет проблем. Дело в том, что Дотерра, международная компания, она работает в очень большом количестве стран, как официально, ну, открытые представительства, поэтому с регистрацией нет проблем. Регистрация проходит единым образом через ссылку мою или того человека, который вас пригласил. Мы все, кто являются партнерами Дотерры, мы все являемся членами единой системы Дотерры. То есть здесь нет деления на страны. У нас единая система, единая база. Поэтому ссылка будет действительно для любой страны. То есть я живу в России, да, я работаю в России, но у меня партнеры по всему миру. Это и страны Европы, это и Казахстан, и Белоруссия, и Узбекистан, и Молдова, и Украина, и Америка, и Израиль. Разные страны, и везде у нас одинаковые эфирные масла, потому что мы работаем в единой системе. Поэтому без проблем, кто бы в какой стране ни жил, мой курс проходит онлайн, вам не нужно никуда приезжать. И, пожалуйста, присылайте ваш запрос мне в личное сообщение, дам инструкцию, дам ссылку, помогу зарегистрироваться, если у вас с этим проблемы. То есть это не проблема на самом деле, да, зарегистрироваться. Вот, если вы сами, ну, не очень с этим ладите, с этими процессами, то все сделаем в лучшем виде для вас. На этом я, пожалуй, закончу. Благодарю вас за внимание к теме, за интерес. Жду вас на моем огромном и бессрочном курсе Detox. Жду ваши заявки мне в личное сообщение. И не забудьте про сроки, да, про Богобокс сегодня. Регистрируемся, край завтра, если он будет в наличии. На остальные наборы регистрируемся до конца февраля. Все, жду ваши сообщения. Благодарю всех за внимание.